Страшный пожар унес жизни 4 человек в ночь на субботу в одном из частных домов в Чебоксарах. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Следователи проверяют различные версии произошедшего. Очевидцы сообщили о возгорании 27 мая в 4 часу утра. Двухквартирный одноэтажный бревенчатый дом по первой улице Чапаева выгорел полностью. Тела 37-летней женщины и трех ее несовершеннолетних дочерей 16, 6 и 4 лет были обнаружены после тушения пожара. В другой части дома проживал мужчина, который ночью проснулся от треска и выбежал на улицу. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Следователи проверяют различные версии произошедшего. По результатам первоначальных следственных действий, проведенных совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории, следствие в качестве основной рассматривает версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки. Очаг возгорания при этом находился в сенях жилого дома. Семья погибших была благополучной. Их близким оказывается психологическая помощь. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.